Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как Бог вразумляет нас, грешных. Во время Отечественной войны в Грушево вошли советские танки. Селяне упрашивали солдат не подъезжать близко к колодцу-родничку. Люди боялись, что танки порушат колодец и загрязнят воду. Один из танкистов, услышав о том, что это место явления Божией Матери, возмутился: «Я не верующий, а фашисты верующие убивают людей. Никакого Бога нет». Он развернул танк и проехал несколько раз по колодцу, сравняв его с землей. Отвоевав, солдат вернулся домой. Через некоторое время у его единственного сына открылась болезнь глаз, и он ослеп. Медицина была бессильна. Во сне бывшему танкисту явился некто и сказал: «Сына твоего вылечит вода из колодца, который ты уничтожил». Отец отправился на поиски колодца, нашел его, привез воду и омыл глаза сына. Тот прозрел. После этого отец продал свое имущество, приехал в Грушево и начал там отстраивать колодец и возводить над ним часовню. Этому стали препятствовать местные власти. Бывший танкист сдал свой партбилет и фронтовые награды, но часовню достроил. На этом на сегодня все. Канал работает только благодаря пожертвованиям зрителей. Если вам нравятся ролики, то можете пожертвовать на развитие канала. В описании есть ссылка на канал «Чудеса православия» в Телеграме и Яндекс.Дзене. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!